Друзья, в эти непростые времена нам нужна ваша поддержка. Помочь антизомби в информационной борьбе против оккупанта можно по ссылке на донаты в описании. Все будет Украина, друзья. Чем дольше мы смотрим кремлевскую пропаганду, тем сильнее крепнет уверенность, что путинский рейх должен быть повержен любой ценой. Иначе они не пожалеют никого. Ведь за годы лжи, ненависти и прокачки мозгов лидеры мнений там выбились реально неадекватные люди. Послушайте вот из свежего пропагандиста Мардана. И ты видел сотни и тысячи этих роликов, и даже пылающий вот этот злополучный стратегический город Угледар не производит никакого впечатления. Нет, разумеется, от него никто и не ждал чего-то адекватного еще после предложений пытать украинских учителей. Почему бы вот действительно вот не устроить такой небольшой локальный запорожский гулаг, аккуратненький такой в степи, вот, вот под палящим солнцем для учителей, которые пока что еще не научились нашу прекрасную родину любить. И превратить Киев, Харьков и Днепр в новый Мариуполь. Но посмотрите на фотографии Мариуполя. Вот что будет с Харьковом. Да, будет. И с Днепропетровском это будет. И с Киевом это будет. Но когда это тело, сидя в студии, искренне радуется убийству мирных жителей Угледара, там, напомним, Россия тосками обстреливала жилые кварталы. И даже пылающий вот этот злополучный стратегический город Угледар, то как ни крути, но перевоспитать такого персонажа получится разве что пулей. Ведь ладно бы, это просто был озлобленный очкарик на лавочке. Но чувачок брызжет ненавистью на огромную аудиторию. И всех это устраивает. Скажем больше, ему и деньги за вот такой лютый антифашизм платят. Не производит никакого впечатления. Трудно удивить. Ну, человек такое существо, которое ко всему привыкает. При этом реально поражает еще один факт. Ну окей, вы ненавидите жителей Донбасса и с радостью убиваете их, как это было в Мариуполе, Волновахе, Попасной, Солидаре, Рубежном, а вот теперь и в Угледаре. Окей, вам это доставляет удовольствие, о чем вы прямо говорите. Вся Россия этим платит. Вся Россия платит в том числе, а и огромными деньгами. Любая война – это очень дорогое удовольствие. Но тогда уж будьте искренними до конца. Какой смысл после такого из себя невинных карасиков корчить? И писать, например, как тот же Володин об освобождении Украины от американского колониализма. Спецоперация России на Украине стала освободительной для украинских граждан и славянских земель от американских колонизаторов, заявил Вячеслав Володин. Не сильно удивимся, если окажется, что Володин, судя по последним постам, решил перепить Медведева. Но он все-таки чиновник самого высшего ранга. Неужели некому было ему подсказать, как цинично звучат все эти тексты на фоне не только Угледара, но и стертой в пыль Марьинки? Мы вот сейчас его слова под кадры оттуда зачитаем. Спецоперация России на Украине стала освободительной для украинских граждан и славянских земель от американских колонизаторов, заявил Вячеслав Володин. Ну молодцы, но просто титаны! Представляем, как благодарны вам несчастные люди за освобождение от колониализма. Ой, извините. От своих домов, своих родных и всего нажитого за жизнь. И ладно бы Володин был престарелым алкотитаном, тогда на градус можно было бы сделать скидку, но, друзья, проблема в том, что в путинской России таких спасателей через одного. Вот еще один свежий текстик на этот счет. Знаете, военнослужащие Российской Федерации никогда не стреляют в мирных людей. Они их защищают, зачастую ценой своей жизни. Слыхали? Не убивает Россия мирных жителей, наоборот, спасает, рискуя жизнями. Вот как, например, в Харькове спасает, куда в многоквартирный дом на днях прилетела ракета. Российские военные в воскресенье вечером нанесли удар по жилому дому в Харькове. Ударом была полностью уничтожена квартира на верхнем этаже, разрушено несколько квартир рядом. На месте начался пожар. Ровно так же спасает и в Константиновке, разрушая многоквартирные дома. По меньшей мере 3 человека стали жертвами российского ракетного
ракетного обстрела в городе Константиновка Донецкой области. Утром в субботу несколько ракет попали в жилой квартал, повредив многоэтажные дома, гостиницу, гаражи и машины. А это уже Херсон, который, напомним, Россия считает своим. С этого дня в нашей стране официально стало 89 регионов. Сегодня Владимир Путин подписал пакет документов о воссоединении с Российской Федерацией Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей. Херсонская область, согласно российской конституции, российская территория. Это наши территории, и мы их будем защищать всеми доступными методами и способами. Херсон, кстати, россияне утюжат с особой жестокостью. Путин, видать, очень сильно расстроился, когда говорил, мол, Россия пришла в Херсон навсегда. Люди, живущие в Луганске, Донецке, Херсоне и Запорожье, становятся нашими гражданами. Навсегда. А потом у него, как обычно случается, тупо не ответил за слова. Шойгу, министр обороны, приказал приступить к отводу войск из той части Херсонской области, которая находится на правом берегу. Мы оставляем Херсон. Наша оборона будет строиться на левом берегу. Непростое, мужественное решение ради сохранения жизни наших военнослужащих, в целом наших людей. И теперь они мстят обычным людям за свои комплексы и унижения, стреляют по центрам гуманитарки. И вот тут очередной прилет по больнице. Херсон из артиллерии обстреливали несколько часов подряд. Один из выпущенных российскими войсками снарядов попал прямо в здание областной больницы. Снаряд попал прямо в одно из отделений. Ранены медсестра и работник буфета. И знаете, почему мы именно на больнице акцент делаем? О, друзья, сейчас мы вам покажем цинизм днищного уровня российских пропагандистов. Россия ж по больницам никогда не стреляет. Чудаки чуть ли не мамой клянутся в эфире. Я не могу вспомнить за год ни одного сюжета, когда бы российская армия прицельно била по госпиталям. Если бы это было, мы бы об этом знали, но это же очевидно, это же такой был бы информационный повод, но этого не было. Вот так абсолютное зло, вообще не запариваясь, натягивает на себя белый кокошник, а народ у телевизора хлопает и кивает, мол, ну конечно же. Россия по больницам не стреляет, как же можно? И это при том, что сейчас в современном мире каждый может потратить 20 секунд и узнать правду. Российская армия сбросила авиабомбу на роддом в Мариуполе и разбомбила детскую больницу. Это процедурный кабинет. Этот дом вообще открыть нельзя. Повреждение везде. Вообще, друзья, пустословию российских пропагандистов нельзя не поразиться. Мы вот на этой неделе реально смеялись, слушая очередного порвавшегося на запчасти Соловьева. Должен пылать Берлин, Париж, Мадрид, Лондон, Вашингтон. Столицы нацистских государств, которые приняли решение воевать с Россией. Почему не стер с лица земли Киев? Дед-то мы кулачком тряс. И всей планете ядеркой угрожал. У нас есть стратегическое ядерное оружие. Почему оно не переведено? Состояние повышенной боевой готовности не направлено на столицы нацистских государств и на шахты. Места базирования стратегической авиации. Всей триады, которая может быть использована странами НАТО против нас ядерной. И в какой-то момент возник вопрос, а вот сколько лет кряду этот жалкий сыплет пустыми, совершенно ничем не подкрепленными угрозами? Мы потратили совсем немного времени, чтобы найти ответ. И этот ответ – годами! Мы обладаем таким военным потенциалом, что можем впервые за последние, ну там, лет 75... Ну да, где-то так. Их уничтожить. Необходимо будет произвести взрыв где-нибудь нейтральной территории, на подлете. Демонстрационный ядерный взрыв. Один «Сармат» и нет побережья США. То есть взрослый мужик на государственном канале ртом бомбит все западные страны, столицы, рассказывает о том, что Россия закончит СВО за полтора месяца. Ожидание людей, сколько может продлиться война, ну, ощущение, что там полтора-два месяца, то есть люди как бы такой кредит доверия дают. А потом вдруг вполне себе искренне удивляется, почему к словам чиновников и пропагандистов из России никто не относится серьезно. Почему Запад, класть хотел на все кремлевские красные линии? Хватит говорить про красные линии.
Это абсолютно пустая фраза, не значащая ничего. Мы говорили, это будет красной линией, если вы поставите наступательное оружие. Они поставили наступательное оружие. Мы не сделали ничего. Так в том числе и лично из-за тебя, Соловьев. Именно ток-шоу канала «Россия» стали символом пустословия целой страны. Здесь, кстати, можно и обещания прочих городских сумасшедших вспоминать. Один ракетный поезд дает залп по Великобритании, еще четыре в сторону США. И когда мы говорим, что все нужно, возможно, применяем ядерное оружие, возможно, а возможно и нет. А как калибр полетит через всю Европу? Зачем учить? Вот так. Да, со свистом. И самого Соловьева, который очень грозно бровь поднимал. Мы сейчас один раз бровь поднимем, и Украина поймет все. И не надо никаких людей. Возьмем Киев. А в итоге бровь поднялась, и ой, флагмана флота нет, стратегические авиабазы под обстрелом, что-то случилось с Северным потоком. А что же Россия? Подождите, похоже, утерлась? Они взорвали наши газопроводы, мы утерлись. Они поставляют тяжелые танки, мы утираемся. Да если вы думаете, что подобные зашквары хоть как-то повлияли на пропагандистов или, может, научили их внимательнее относиться к словам, то как бы не так, дураков нет. Кто ж тогда эти помойки вообще смотреть будет? И вот уже на канале «Россия» активно негодуют из-за отказа Польши пригласить российскую делегацию на годовщину освобождения Освенцима. Для поляков имеет особое значение не пригласить Россию, забыть о великом подвиге русского солдата. Россию не пригласят на 78-летие освобождения Освенцима советскими войсками из-за войны на Украине, заявил директор музея Освенцима в Польше Петр Цивинский. Идиоты, которые это пишут, безграмотные кретины, не знающие ни историю и не понимающие даже слов. Мотивацию польских чиновников вполне себе можно объяснить современным фашистам. Точно нечего делать в Освенциме, где от рук таких же упоротых фанатиков, как многие нынешние россияне, погибли десятки тысяч невинных людей. Но очередной бенефис антифашизма в останкинских студиях начинается все же вот здесь. Сами послушайте, что несет один из шизиков. Ну, в этом году не круглая дата освобождения Освенцима, 78-я годовщина. А вот на 80-ю, я думаю, что уже мы будем определять, кого звать на эту дату, а кого не звать. То есть он намекает, что через 2 года и сам Освенцим, и мемориальный комплекс будет контролировать Россия. А с тем учетом, что Польша входит в НАТО, это означает, что ртом говорящих голов Россия за 2 года весь Североатлантический альянс победит. Поэтому, господа поляки, вы задумайтесь вообще-то над тем, что делаете. Ну да, ну да. Авдеевку в километре от Донецка 9 лет не получается, да настолько, что Гиркин уже соседей слезами затопил. Наступление в Маринке на данный момент прекращено. Ожесточенные бои в районе села Водяна и южнее Авдеевки также не принесли решительного успеха ВС РФ. Под угледаром бравурное заявление о прорыве непосредственно в ПГТ ожидаемо оказались враньем. Очередная, их было за 11 месяцев уже несколько десятков, попытка лобовыми ударами протаранить долговременную оборону ВСУ на Донецком фронте вылилась лишь в местные тактические успехи при весьма серьезных потерях. Зато до Варшавы и Освенцима за 2 года легко, хотя даже в подобных бреднях можно найти и прогресс. Ведь еще недавно городские сумасшедшие обещали дойти до Варшавы за день. От Москвы до польской столицы всего 1300 километров. Танк Т-90, например, если не прибегать к помощи транспортной авиации, войдет в пригороды меньше, чем через сутки после начала марша. Но, похоже, силы обороны Украины чуток отрезвляют крикунов. Ну а над Россией и Освенцими спустя 2 года мы вместе посмеемся через какое-то время. Ведь все ходы записываются. Не получится так, что ляпнул и все забыли. Я думаю, что уже мы будем определять, кого звать на эту дату, а кого не звать. Причем эти же мужички, когда языком трепят, даже женщин не стесняются. Ну, чтоб дамы их балаболами не считали. Хотя здесь надо отметить, что с женщинами у Соловьева и компании не густо. Есть Витязева, у которой у самой проблемы с осознанием реальности. Теперь половина Киева в пакеты гадит и в мусорные контейнеры выбрасывает. Вонище стоит, что капец, все куты, кусты обгадили.
А вот Маргоша Симоньян в последнее время, кажется, работает по инерции. Что ее отвлекает, нам сложно сказать. Возможно, и какие-то проблемы на личном фронте. Тигранчик, поди, всю энергию на кривляние и несмешные шутки тратит. Если я чешу затылки, не беда. В голове моей опилки, да-да-да. Борис, Борис, добрый вечер. О, зови ты меня просто Боренька. Я настаиваю на замену в нашем дипломатическом языке фразы «наши западные партнеры» на просто «эти пи***сы». Вот и приходится ягодки опять свои фантазии на люди выносить. Если мы не дадим заднюю, они могут дать заднюю. А вот если мы ее дадим, они ее не дадут. То они не дадут заднюю. А зачем им давать заднюю? Им плохо, что ли? Причем, ладно бы раз или два, со всеми бывает. Но Симоньян в последнее время переплюнула даже Журавлева. А ну тащите его сюда. Тащите сюда, вазелин, тащите сюда плетку. Что там еще? И все! С другой стороны, может, оно и к лучшему. Пусть лучше про любовь думает, чем трясет кулачками вместе со всем хороводом. Да и вообще, конечно, хотелось бы верить, что любовь таки спасет мир. Любовь и украинская армия. Как бы ни бесился в бункере один старый и тухлый дедушка. Больше 8 лет они всеми силами разжигали ненависть. О чем он вообще с вами говорит? Разнесем Киев ядерными ракетами. Делали все, чтобы российскую армию в Украине встречали цветами. Украинцы ждут, они в самом деле надеются, что мы их в конечном итоге освободим. Мы обязаны быть там! Но их план не сработал, ведь даже в городах юга и востока Украины Россия проиграла информационную войну. Чтобы сражаться за умы и дальше, командам гражданской обороны и антизомби нужна ваша поддержка. Вы можете помочь нам на нашем YouTube-канале, а также на Патреоне. Благодарим вас, друзья, за доверие и поддержку. Все будет Украина!